Здравствуйте, меня зовут Сарда Саида Кимоловна. Я уроженка Республики Тыва, родилась в городе Чадан, в настоящее время проживаю в городе Кызыл. Моего сына Сардара Ираш Владиславовича 94 года рождения, который отбывал срок наказания века 15 города Ангарска после освобождения 25 сентября 2020 года опять задержали и поместили под арест в СИЗО 6 города Ангарск. Ему предъявили обвинение в нападении на офицера Сагалакова и сотрудника Парагина. И дело организации в результате акции протеста и поджога промзоны ИК-15. После акции протеста моего сына Сарлар Айраш и других ребят из колонии ИК-15 повезли в СИЗО 1 города Иркутск. В период 10 апреля 2020 года вечернее время около 19 часов группа осужденных начали акцию протеста. В это время он находился в бараке и пил чай, готовился к отбою. Увидев пожар, я сразу побежал спасать лошадей и выпустил их. Около 10 часов вечера мы пошли сдаваться и разойтись по баракам. Но прибыл спецназ и начал поливать нас холодной водой из шланга. После этого нас уложили на плац мокрых при температуре минус 15 градусов. В 5 часов утра нас загрузили в автозаке и повезли в СИЗО 1, где нас встречал живой коридор и сотрудников. И опять же были избиты дубинками, отрезками твердых шлангов, молотками, штакетниками и кусками труб. Нам не выдали одежду, я был в одних трусах и поместили в камере 138, которая является пресс-хатой. Ее используют для того, чтобы получить признание, чтобы оговаривали себя и давали показания против других. Начиная с 11 апреля в камере 138 осужденные по кличке Миха, фамилия Ивановец Михаил, Марченко Степан Иванович, кличка Степа, Сёвин Юрий Анатольевич, кличка Сивик. Других не запомнил. По указанию сотрудников в круглосуточном режиме жестоко избивали. Уложили на голый пол, связали обе ноги между собой, чтобы обездвижить. Руки завязывали за спину простынёй, свернутой в жгут, чтобы не оставались следов, после чего встали на моей спине, а руки выворачивали голове. Меня при помощи веревок растянули между кроватями лицом вниз над полом и затем прыгали мне на спину, что я чувствовал, как рвались мои пятки. Пинали силой по пенису, после чего на нем разорвалась кожа. От боли я постоянно терял сознание. Как только я приходил в себя, я звал на помощь сотрудников СИЗО 1, но никто не помогал и не реагировал. Потом я понял, что их пытают по их указаниям. Меня пытают по их указаниям. Во время пыток у меня из полового члена началось сильное кровотечение, и они, испугавшись, отвезли хирургу, меня хирургу, который, узнав, что я из ИК-15 и по национальности тувинец, сказал, что ничем помочь не может и должен терпеть. В промежутках между избиениями меня вызывали
сотрудники, оперативники СИЗО один и говорили, чтобы я признался в своих противоправных деяниях века 15. Потом снова исчезали в пресс-хате. Но, несмотря ни на что, я показания против своих и против себя не дал. Поэтому 30 декабря меня этапировали в века 15. 11 апреля меня отвезли в СИЗО-1 в камеру 128, в котором сотрудники СИЗО-1 закидывали других ребят из ИК-15 со словами «принимайте следующего». Там между кроватями были натянуты простыни, чтобы те, которых пытали, не видели лицо друг друга. И осужденные Голик, Махмуд и Баранчик били меня по голове 5-литровой бутылкой с водой, по пяткам били палкой, стягивали на ногах, на шее пакет и заставили стоять на коленях с поднятыми руками наверх и били по ребрам. Испражнялись на лицо, выворачивали пальцы наружу. Потом в камере положили на пол матрац и положили меня на него и сказали, что сейчас меня изнасилуют. И если я не дам показания, я подписал показания о том, что поджигал промзону. Мне пришлось оговаривать Хуалык Буяны и Сарылар Айраша, которые находились совершенно в другом месте в момент пожара. Несмотря на то, что я не принимал участия в самом акте протеста, 11 апреля 2020 года меня, раздетого до трусов, вывели в СИЗО-1 города Иркутска. Там меня поселили в камере 127, которая является пресс-хатой в данном СИЗО. Осужденный по кличке Леха Псих, которому дал указание бить меня и разрабатывать, Верещак Евгений Андреевич, сын Верещака, начальник колонии 15. А легкий псих весистый около 120 кг прыгал на мне, на моей спине, пинал ногами в паховую область. Дальше меня подвязали веревками между кроватями и прыгали на мне в висячем положении. Затем меня перевели в камеру 128, где по указанию того же Верещака осужденный по кличке Голик, Махмуд и Баранчик засовывали мне под ногти металлические иголки, испражнялись на лицо, завязывали на голову целлофановый пакет, отчего я терял сознание и не контролировал мочеиспускание и дефекацию. Меня подтаскивали связанного к ответственности для подачи еды, которые открывались снаружи Верещак, и спрашивал, готов ли я давать показания против Колосова Игоря. Мне переломали лопатки и ребра, после чего я не мог двигать руками, они висели у меня как плети. Я не мог обслуживать себя, есть, ходить в туалет, надевать и раздеваться, снимать одежду. А врачиха сказала, что мне нужен гипс, потому что у меня лопатки сломаны. Но после того, как я сказал, что я из ИК-15 и туинец, она отказалась мне помогать. 30 декабря 2020 года меня вновь этапировали в ИК-15. Когда меня положили на плацу, я успел увидеть одного из сотрудников, бегающего по лежачим осужденным, и увидел Балберова как раз в тот момент, когда он прыгал на меня с другого осужденного. И один из таких прыжков он сломал мне ногой сзади два ребра с левой стороны. Около 8 утра меня и других осужденных раздели до трусов, а некоторых вообще оставили голыми. И нас отвезли в СИЗО-1 города Иркутск. По приезду след сотрудники этого учреждения сделали живой коридор и били нас. Я почувствовал, как мне сломали ребра спереди, отчего я не мог нормально дышать,
и упал. Меня продолжали бить. Я встал на карачки и пополз к зданию СИЗО, чтобы уйти от ударов. На следующий день сильно поднялась температура, и я терял сознание. Меня перевели в камере 314 медицинского блока, в которой находились другие избитые. Меня лечили на протяжении 3 недель. Диагноз мне так и не поставили. После того, как закончилось лечение 27 апреля 2020 года по 1 мая в камере 128 осужденные по кличкам Голик, Махмуд, Баранчик в круглосуточном режиме меня пытали, что это я потек в промзону. Сотрудники СИЗО открывали кормушку, окошко для подачи еды и спрашивали, готов ли я давать показания. Я отказывался, и тогда они продолжили работать со мной. В уши заливали воду, выворачивали пальцы таким образом, что кончики пальцев касались наружной части рук. Душили об мое голое тело остатки горящих сигарет. 1 мая 2020 года перевели в камеру номер 29 СИЗО-1, в которой заставляли учить каждый день песни, которые через кормушку передавали оперативники. 23 сентября 2020 года меня этапировали в К-15, где сотрудник Дайдаров снова сломал мне те же 2 ребра, сзади которые только успели срастить. Ну все, почитали. А можно, если честно, напоследок от себя скажу несколько слов. Вот если люди в погонах, которые стоят на страже закона, которые защищают закон и которые должны бороться за справедливость, и которые сейчас сами нарушают закон, бьют, убивают, насилуют, так пытаются через пытки получить у кого-то признание, оговор, вот так, как нам простым людям быть в такой ситуации, кому верить?